В Махачкале 14:45. В студии Фарида Чупанова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Глава Дагестана по приглашению президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева посетил с официальным визитом город Баку. Озвучив приветствие в адрес дагестанской делегации, президент Азербайджана отметил значительный вклад Рамазана Абдулатипова в развитие добрососедских отношений между обеими республиками. Ильхам Алиев тепло поздравил Рамазана Абдулатипова с 70-летним юбилеем и вручил ему орден дружбы. Стороны также обсудили дальнейшие перспективы развития экономических, культурных связей между Азербайджаном и Дагестаном. Дагестану в последние годы пришлось решать немало сложных вопросов как в социальном аспекте, так и в сфере экономики и безопасности. Глава республики Рамазан Абдулатипов считает, что регион успешно справился со многими насущными задачами, но впереди немало вызовов и сложностей, поэтому расслабляться пока рано. Об итогах уходящего года он рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости. Сегодня День спасателя России. Глава Дагестана поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по республике с профессиональным праздником. Уверен, что профессионализм, отвага и героизм и впредь будут союзниками в вашей ответственной, трудной и благородной работе, говорится в поздравлении. В мэрии Махачкалы прошла жеребьевка квартир для переселенцев по программе ветхого и аварийного жилья. По ее результатам все 464 квартиры в 13-этажном многоквартирном доме обрели своих хозяев. Новости культуры. Детей дипломатов, призеров международных и всероссийских творческих конкурсов, а также их педагогов чествовали в Министерстве культуры Дагестана. Вести спорт. Минспорта республики открыл сегодня в Махачкале несколько социально значимых объектов. Это новое административное здание на территории стадиона «Труд», детско-юношеская спортивная школа, расположенная по улице Батырая, а также первый специализированный центр паратэквондо. Погода. В Махачкале 3-5 градусов тепла.